Здравствуйте, в эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного – нашего здоровья и хорошего самочувствия. Вот что вас ждет в этом выпуске. В поселке Чаграйском строится амбулатория. Фельдшерско-акушерский пункт ремонтируют в Петровском округе в поселке Горный. В селе Красногвардейском пациентов принимает обновленная поликлиника, а в Андроповском округе поликлинику капитально ремонтируют. А также в программе: табак ежегодно убивает более 8 миллионов человек и разрушает окружающую среду, нанося дополнительный вред здоровью человека в процессе его выращивания, производства, распространения, потребления и воздействия отходов уже после потребления. О табачной зависимости и о том, как правильно с ней бороться, говорим сегодня в «За здоровье». А также бразильцы помогают инвалидам-колясочникам путешествовать, а ученые проверяют, как мозг реагирует на шестой палец. Что это такое, узнаем из материала в программе. И еще в рубрике «Совет врача» мы говорим о курении как о социальной проблеме. Все это вас ждет в сегодняшнем выпуске, а пока мы начинаем с новостей медицинской отрасли Ставропольского края. В поселке Чограйском строится амбулатория. В одноэтажном здании запроектированы кабинеты акушера-гинеколога, терапевтов и заведующего врача. Предусмотрено размещение регистратуры, гардероба, прививочного и процедурного кабинетов, а также клинической лаборатории. По окончании строительства в новое медучреждение закупят современное оборудование и необходимую мебель. На Ставрополе продолжается успешная реализация краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта здравоохранения. В ее рамках ремонтируют и строят фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники и врачебные амбулатории, оснащают их новым оборудованием и пополняют автопарк. Объем финансирования на реализацию мероприятий краевой программы за 5 лет составит более 15 миллиардов рублей. На них построят 82 объекта. Фельдшерско-акушерский пункт ремонтируют в Петровском округе в поселке Горный, где проживает почти 400 человек. Его приводят в порядок по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сельский ФАП был построен в 1983 году. Капитальный ремонт там не проводился с момента постройки. И благодаря программе модернизации в этом году проводится капитальное обновление медучреждения. Будет проведена замена крыши, полный капитальный ремонт внутри здания, включая замену дверей и окон, а также электромонтажные работы. На эти цели выделено более 1 миллиона рублей. Окончить ремонт планируют к июлю. Всего же благодаря программе модернизации в этом году в крае отремонтируют 75 медучреждений. Из них 72 уже законтрактованы, на 51 начаты ремонтные работы. Оставшиеся объекты – это крупные поликлиники, где ремонт смогут начать по завершению отопительного сезона. В селе Красногвардейском пациентов принимает обновленная поликлиника. Пациенты, а их здесь обслуживается более 30 тысяч человек, уже успели оценить комфорт и уют в полностью обновленном, отвечающем всем современным санитарным требованиям, здании медучреждения. Благодаря программе модернизации в поликлинике появилась новая крыша и коммунальные сети. Была полностью демонтирована и выполнена вновь отделка внутренних помещений и фасада. Кабинеты и холлы обставлены современной мебелью. Сейчас медучреждения также в рамках программы модернизации активно обновляют оборудование. Благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года в округе капитально отремонтируют еще 3 медучреждения. Покровский ФАП, амбулатории в Преградном и Дмитриевском и построить еще один ФАП в поселке Коммунар. В Андроповском округе полным ходом идет капремонт поликлиники. Благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта здравоохранения. В ходе ремонта планируют обновить все коммуникационные сети, заменить оконные и дверные блоки, провести общестроительные работы. На эти цели из консолидированного бюджета было выделено более 58 миллионов рублей. Кроме того, в медучреждении, которое обслуживает более 12 тысяч человек, закупят современную мебель и оборудование, в том числе маммограф, который поможет выявлять на самой ранней стадии онкологию у жительниц округа.
Табак ежегодно убивает более 8 миллионов человек и разрушает окружающую среду, нанося дополнительный вред здоровью человека в процессе его выращивания, производства, распространения, потребления и воздействия отходов уже после потребления. О табачной зависимости и о том, как правильно с ней бороться, говорим сегодня в программе «За здоровье» с Марией Миллер, врачом-психиатром-наркологом Краевого клинического наркологического диспансера. Мария Вячеславовна, добрый день. Добрый день. Итак, ну вот первый вопрос. Табачная зависимость. А что это вообще такое? Как понять, почему мы привыкаем? По сути дела, табачная зависимость – это зависимость, которая возникает в результате употребления никотин-содержащей продукции. Неважно, в каком виде. Это леденцы, это новомодные, ну, все что угодно. И курят, и выпивают, ну, в общем, любой путь потребления. По сути дела, зависимость вызывает всем известный нейротоксин никотин. Вот. Никотин попадает в наш организм очень быстро. Допустим, при выкуривании сигареты доставка никотина в головной мозг происходит уже через 15 минут. То есть это сравнимо с внутривенными наркотиками нашими, сильнейшими, по действию и по привыканию. Ну вот с какими проблемами, связанными с курением, чаще всего к вам лично обращаются? Ну вот какие-то такие примеры из жизни, из вашей личной практики. Ой, примеров очень много на самом деле. Приходят, ну начну с самого распространенного. Приходят мужчины, женщины уже в возрасте, то есть это не подростки. Приходят и просто нас просят что-то посоветовать. Начинаем с самого начала, начинаем с беседы. Мы проводим тестирование специальное. Мы понимаем, может ли человек отказаться от сигареты в утренние часы, может ли он отказаться во время стрессовых ситуаций, может ли он отказаться, например, если на работе предложили покурить, а он уже пришел покурить, может ли он от этого отказаться, какое количество сигарет человек курит, может ли он отказаться во время болезни. В конце концов, когда он прикован к кровати, но от сигареты человек не откажется. Следующим этапом мы оцениваем психологическое состояние человека. То есть мы можем направить к клиническим психологам, которые у нас целый штат, очень опытным. И они уже тоже свои тестирования проводят, естественно, уже определяют, есть ли патология с психологической точки зрения. Дальше мы уже проверяем, есть ли на психическом уровне какие-то проблемы, то есть нужны ли подключать уже антидепрессанты, антипсихотики. Ну, то есть причина, почему человек начинает употреблять, на самом деле огромное количество. Поэтому, то есть, все начинается с нарколога, естественно. Приходите. Угу. Надо к нему. Вот ты слушаешь сейчас специалиста и думаешь, ну вот, казалось бы, там банальное уже. Банальное, да, для нас, для всех, к сожалению, курение, да, и такие тяжелые препараты, вот антипсихотики вы сказали, то есть это настолько сильная зависимость, что человек никак не может иногда бросить без воздействия вот таких специальных, тяжелых, еще раз повторюсь, препаратов на твой организм. Конечно. Как распространено называть у нас это вредная привычка. Хочется сейчас людей вот просто направить в нужное русло. Это не привычка, это действительно зависимость, это заболевание. Да, зависимость возникает очень быстро. Да, от нее практически невозможно избавиться. Даже люди, которые бросили, они все равно потом могут вернуться к этому. Независимо от ситуации, счастливы они, либо в депрессии, ну, неважно. Мы лечим, естественно, мы лечим. И к нам приходят за помощью, и бывает неоднократно. Очень тяжелые последствия после долгого употребления никотин содержащей продукции. Мы это видим каждый день, все эти последствия. Угу. Ну вот некоторые люди начинают курить со школьной скамьи, к сожалению, но такое часто встречается, правда, в нашей стране. Вот что будет с ними, а точнее с их организмом, когда им исполнится, ну там, 30 лет условные? Начну с того, наверное, что даже вот реклама, которая вот эта скрытая реклама в фильмах, да вообще везде, она в основном-то направлена на подростков, потому что психика не сформирована, им кажется, что это элемент взрослости.
Подростки начинают часто курить, мы это видим, где-то с 11-13 лет. Начинают курить, им интересно, им кажется, что они взрослые, им кажется, что вот именно вот так делает мой кумир, мой там любимый актер, так делает моя мама с папой, так делают люди на улице, они ждут, не знаю, маршрутку и курят. А почему? Мне тоже интересно. Им, да, вот это вот больше интерес, наверное, уйдет у подростков. И зависимость у них возникает намного раньше. Если у взрослого человека зависимость возникает в течение 1-2 лет, то у подростка это время сокращается до 1-2 месяцев. Угу. Ну вот, как бы, если есть ли какие-то на сегодняшний день, может быть, придумало медицинское сообщество самые эффективные способы, чтобы все-таки бросить курить, несмотря на то, что когда ты начал курить, да, в подростковом возрасте или уже в возрасте осознанном? Ой, да, на самом деле к нам обращаются с этим вопросом все чаще и чаще. Часто даже мамы приходят с детьми со своими, там, 13-14 лет девочка там курит. Задаются этим вопросом. И что делать? И вот, ну вот, самый эффективный способ бросить. Или это просто индивидуально? Кому-то помогает один способ, ну, я не знаю, пластырь, да, про который мы там слышим, а кому-то это вообще не помогает? Ну, любой способ. Для нас любой способ эффективный. Любой, абсолютно. Начиная с жвачек, пластырей, кто-то леденцы употребляет, кто-то читает книги, кто-то идет к психологам, кто-то идет к нам за помощью, кто-то идет к психотерапевтам уже. В арсенале вот все идет в помощь. Вот на самом деле я знаю очень много людей, которые вот на одних никотиновых пластырях бросили. А кто-то, да, на антидепрессантах бросал. Ну, то есть все, все эффективно, абсолютно. Вот мы анонсировали в программе, говорили о том, что все-таки курение – это такое негативно-социальное явление, и мы говорим, действительно, это как о вредной привычке больше всего, а не произнося слово «зависимость», к сожалению. И тогда и подростки, и люди взрослого возраста думают, ну, просто привычка, ну, вредная, да, но это привычка. А если бы, наверное, чаще мы говорили о том, что это все-таки зависимость, которая может привести, к сожалению, как показывает ваш опыт, вообще опыт российских медиков, и к другим зависимостям, то, наверное, бы курящих людей становилось все меньше. Мы еще вернемся к основной теме нашей программы, а пока смотрим материал. Бразильцы помогают инвалидам-колясочникам путешествовать. 10 лет назад бразилец Андерсон Карлуш попал под пули грабителей, и с тех пор он прикован к инвалидной коляске. О путешествиях больше и не мечтал. Но сегодня покоряет гору в окрестностях Рио-де-Жанейро. Такой возможность ему дала команда добровольцев. Эти люди объединились, чтобы помогать инвалидам-колясочникам бывать на природе. Это лучшее проявление сочувствия. Я вижу его в каждом человеке в этой команде. И хотя мои ноги не действуют, эти люди помогают мне бывать там, куда я хотел бы пойти. И это здорово. Волонтеры объединились в прошлом году. По сути, это группа друзей. И она также привлекает к своему проекту своих знакомых. Мы считаем, что каждый заслуживает того, чтобы бывать там, куда способны добраться люди. Сейчас в команде уже более 120 человек. Каждый выполняет свою задачу. Некоторые создают специальные инвалидные коляски для путешествий по горной местности. Разработка идет постепенно. Если мы возвращаемся из похода с какой-то проблемой, то пытаемся сделать что-то новое, чтобы усовершенствовать коляску. Такова наша цель – совершенствоваться, чтобы дать людям возможность бывать в разных местах. Волонтеры строят самые разнообразные маршруты для путешествий. Один из них включает в себя восхождение на гору Сахарная голова. Это достопримечательность Рио. Ее высота почти 400 метров. Как бросить курить? Об этом говорим сегодня в программе «За здоровье». Мария Вячеславовна, ну вот как не сорваться, такой вопрос, когда ты бросаешь курить, приходишь на работу, там все вокруг курят, приходишь домой, кто-то курит из домашних, а ты все-таки решил твердо бросить курить, но
в такой обстановке, не совсем здоровой, наверное, сложно на это психоэмоционально для начала решиться, да, а потом уже физически отвыкнуть от курения. Вот какие есть врачебные лайфхаки на это? Может быть, это даже не лайфхак. Я бы, наверное, в каждую организацию, в каждый дом бы нарколога бы посадила и каждого бы уговаривала бы ежедневно, вот честно. Потому что, да, сложно, действительно, особенно когда на работе, там, ты единственный из 20 бросить курить решил, и ты сидишь там, эти леденцы сосешь и понимаешь, что вот все пошли курить, а ты вот как-то... А ты нет. А ты от коллектива отбиваешься. Вот я бы, вот, честно говоря, советовала бы всем. Вот этот человек, который решил бросить и, допустим, какой-то способ нашел для этого. Вот советовать, пытаться, там, я не знаю, наши какие-то контакты давать. Как-то мы, ну, к нам больше направлять, чтобы мы больше помогали людям. Потому что эффективные, у нас очень эффективные способы для этого. Вот. И, ну, наверное, себя больше психологически настраивать. Вот, ну, а я спортом занимаюсь, а я вот лучше, я не пойду курить с ними. Вот, мне кажется, вот это вот больше психологический настрой человека очень важен, очень важен. Даже когда все 20 пошли курить, а ты остался, и ты психологически понимаешь, что это для тебя, для твоего здоровья, то, я думаю, это вот больше помогает всегда. Угу. Ну вот, помогает ли всем известная книга Алана Карра про бросить курить, или это такое плацебо? Многие читали эту книгу, даже, ну, из моих знакомых многие читали, и кто-то бросал курить, кто-то потом возвращался к этой зависимости, вот, а кто-то прочел и забыл там на 20 лет про то, что такое сигарета, несмотря на то, что окружение курящее. Ну, начнем с того, что да, я как нарколог сама читала эту книгу, не для того, чтобы бросить курить, я не курю, а просто мне было интересно. Вы знаете, мне нравится постановка именно, как он ставит вопрос именно, этот писатель, о том, что это не привычка. Он с нами рука об руку. На самом деле он не является медиком. Вот. Он писал эти книги, вот он свой способ бросить курить рассказывал народу. И он говорил о том, что да, это зависимость, да, это заболевание, да, мы можем бросить курить. И там на последних страницах мне нравится, когда он пишет о том, что да, вы бросите курить, у вас это все получится. И, блин, это потрясающе на самом деле, потому что люди на самом деле бросают. Ну, то есть это морально так заряжает, очень, да, курильщика, да. Для того, чтобы бросить, это такая поддержка, как, наверное, есть такое понятие в психологии, когда... один человек, что-то испытавший, он консультирует другого человека, который испытал то же самое. Это называется равное консультирование. И здесь, наверное, Алан Карр, как бывший курильщик, да, рассказывает курильщикам настоящим о том, как он бросил, и, в общем, тем самым их морально поддерживает, да, в том числе, да, помогает. Да. Такая психотерапия только в книге. Ну вот, насколько возможно от этой зависимости, от курения, перейти к другим зависимостям? Ну, обычно зависимость не идет одна. Они идут рука об руку, каждая зависимость. Очень часто мы видим, когда в подростковом возрасте человек начинает только курить, а потом добавляется сюда алкоголь. Потом начинают пробовать что-то более запрещенное и уже уходят в такую полизависимость, то есть полинаркоманию даже. Мы это все лечим, все к нам приходят и очень часто даже обращаются, да, очень малое количество людей к нам приходят только с табачной зависимостью. Это очень печально. В основном, да, это когда уже рука об руку пошли все болезни, все пошло, когда уже чувствуешь ухудшение, тогда, да, к нам уже приходят. Угу. Ну вот пассивное курение, вот такой вопрос, насколько это опасно? Опасно точно так же, как и курение само по себе. То есть все те же самые... как вредные вещества, тот же никотин, все то же самое, да, но идет в атмосферу, и тот, кто рядом стоит и всем этим дышит, точно так же все это вдыхает, и тот же самый вред абсолютно. То есть, по сути, он курит? Да, да, да. Угу. Ну вот, есть такое
ну, не знаю, принято в народе, когда ты бросаешь курить, нужно как-то заесть стресс, но чтобы не сильно заедать, чтобы не поправиться, да, там принято вот то, что вы сказали про леденцы, плюс там орешки какие-то, ну, по-разному, да, у всех. На самом деле это помогает, как я понимаю, может быть, психологически отвлечься от этой привычки и заиметь другую привычку. Вот как-то помогает это, когда ты бросаешь курить или нет? Ну, от одной зависимости мы не должны уходить в другой зависимости, то есть мы не должны заедать что-то или еще что-то. Да, некоторым помогает, да, действительно. У нас есть в арсенале даже те же пластыри, которые содержат никотин в небольшом совершенно количестве, чтобы человеку было проще от него уйти. Опять же, возвращаемся к вопросу о том, что любой способ, который человек выберет, если он для него эффективный, то, пожалуйста, мы только приветствуем, мы помогаем, мы даже советуем иной раз. Если вам легче, да, идите, пожуйте жвачку, ту же никотиновую, пожалуйста, тот же пластырь, те же конфетки. Да почему? Помогает, действительно помогает. Бросаем курить вместе со Свое ТВ и программой «За здоровье». Мы еще вернемся к нашей основной теме, а пока ученые проверяют, как мозг реагирует на шестой палец. Что это такое, узнаем из материала в программе. Японские исследователи решили проверить, как мозг человека отреагирует на новый орган. Специально для этого они создали роботизированный шестой палец. Его крепят рядом с мизинцем. Сначала четыре датчика на предплечье анализируют электрические сигналы от мышц. Затем их передают на двигатель управления робопальцем. Мы знаем, что можем двигать собственным телом с помощью мозга. Но когда формируется новая часть тела, может ли мозг адаптироваться? Мы подумали, что это интересный вопрос. Мы решили проверить, как мозг примет шестой палец и будет ли он использовать его. В первую очередь проверяют реакцию мозга, но также смотрят, как шестой палец может помочь в повседневной жизни. Например, с ним можно быстрее набирать текст на компьютере, а еще в руку поместится больше предметов. Ученые уже мечтают, что подобные технологии в будущем помогут не только людям с инвалидностью. Если такие технологии будут развиваться, люди смогут свободно конструировать свои тела. Определения нормальность больше не будет. Технологию разработали совместно исследователи из Университета электрокоммуникаций Японии и Французского национального центра научных исследований. Проект основали еще в 2016 году. Мы возвращаемся к нашей основной теме эфира. Мы бросаем курить вместе с нашим замечательным доктором, гостьей студии. Мария Вячеславовна, ну вот, что происходит с человеком, который вот курил много, курил, да, а потом он бросил? Вот что он чувствует, как откликается организм? Я читала о том, что вплоть до того, что запахи становятся совсем другими, что легкие там начинают очищаться, и человек это на физическом уровне ощущает. Вот так ли это? Как эти процессы вообще в организме происходят, и как ты понимаешь, что они происходят? А вот человек долго курил, там, ну, да, будем говорить, грубо говоря, 10-15 лет. Он прокурил, да, и он решил бросить, да, неважно каким способом, да, лишь бы бросил. Он бросил, молодец, все. И в какой-то момент организм начинается ломка, ну, то есть абстиненция наша, говорится медицинским, то есть терминами. Начинается тяга. Наши спазмированные сосуды, которые привыкли к бесконечному спазму от никотина, начинают работать более эффективно, восстанавливаться. То есть учащается сердечный ритм, то есть он более ровным становится, человек лучше себя чувствовать начинает. Но опять же, в психологическом плане человек может стать раздражительным очень сильно. То есть, наверное, поэтому вот мы и советуем где-то эти леденцы употреблять, то есть как бы успокаиваться. В желудочно-кишечном тракте начинаются изменения. Часто очень люди жалуются на задержку стула. Даже причем очень длительное время.
То есть организм весь перестраивается, начинает работать лучше, естественно, но первое время это огромный стресс для организма. И ну, это не значит, что мы должны постепенно бросать на самом деле. Вот, это нужно сделать сейчас. Разом. Сейчас, да, и вот именно сейчас вот люди смотрят эту передачу, и вот прям надо бросать и все, даже не докуривать до конца эту сигарету, просто бросить и больше не возвращаться к этому. Угу. Ну вот наука говорит, что если бросил курить в 30 лет, то плюс 10 лет жизни ты себе прибавляешь как минимум. Вот вы с этим согласны? Абсолютно согласна. Даже бывает и не 10, даже бывает большее количество лет, потому что каждая сигарета может стать последней. У людей, у кого склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, любая сигарета может вызвать инфаркт, инсульт, очередной спазм сосудов, и все, человека нет. И это ну, не всегда взрослые какие-то там 70, 80, 90, лет. Нет, это часто молодые, как часто мы слышим, да, вот он умер там в 25 лет от инфаркта, от инсульта, и кажется, это просто, ну, мы не можем этого понять для нас, ну, как да, это такой молодой, нереальное. Такой молодой, ну, когда мы начинаем уже, ну, знакомиться с его анамнезом, то есть с его историей, то есть, ну, там все становится понятно, там курение, алкоголь и... Не совсем здоровый образ жизни. Мне хочется подкрепить сейчас наш разговор с цифрами, причем такими, которые, когда я увидела, я была шокирована на самом деле, серьезно этими цифрами, потому что вот вредное воздействие табачной промышленности на окружающую среду. 600 миллионов деревьев подвергаются вырубке для производства сигарет, можем себе представить, да, 84 миллиона тонн углекислоты выбрасывается в атмосферу, что приводит к росту температуры во всем мире. И 22 миллиарда литров воды используется для производства сигарет. То есть, помимо того, что мы вредим индивидуально себе, да, когда мы курим, мы вредим окружающим, да, рождая так называемое пассивное курение. И каким образом еще и от табачной промышленности страдает экология, а потом мы видим это в анамнезе у всех нас в виде там, тяжелой аллергии и так далее, и тому подобное, и когда мы начинаем изучать генеалогическое древо. Uh-huh. Вот. Ну, движемся дальше. Вот вы баловались сигаретой. Ну, как баловались, я говорю сейчас... Это таким просторечным языком в плане социального курения. Да? Вот вы курили за общением иногда, редко, и вроде бы как не курите, да, это так, не привычка совершенно. Но потом раз, и вы попадаете на этот крючок. Вот как понять, что вы на крючке, и когда уже нужно бить в набат? Когда пришло осознание, что это все-таки не привычка, да, что да. Это зависимость, да. Ну, когда? Когда человек может, опять же, отказаться от каких-то привычных дел, там, пойти кофе попить или пойти позавтракать, и человек встает, не чистив зубы даже, он идет курить. Когда количество выкуримых сигарет начинает со временем только увеличиваться, потому что потребность организма увеличивается, он привыкает к этому наркотику, к никотину. Когда человек, если не покурит, он становится раздражительным. Когда вот его вот все раздражает буквально, вот он покурит, и вроде такой вот лапочка. Ну, на самом деле это все вот мифы, это вот все вот, ну, как обман организма. Ну, самые главные причины, которые вы сейчас видите как врач, чтобы бросить курить вот сейчас? Ну, для меня, для молодой мамы, это прежде всего здоровое поколение. Мужчины, женщины, все участвуют в продвижении рода нашего. А у мужчин, ну, это, конечно же, эректильная функция. То есть, ну, как бы, страдают очень сильно. У женщин, женщины даже пассивно. Вот мужчина мой курит, я не курю, я вот беременна, я такая молодец, не пью, не курю. Ну, ты вот находишься рядом, это пассивное курение. И твоему ребенку вред точно такой же.
абсолютно. А потом и в первый год жизни дети часто умирают, когда мама пренебрегает здоровьем и своим, и будущего ребенка. И внутриутробно бывают и патологии, смерти внутриутробные, и патологии потом у ребенка, и все очень сильно потом удивляются, откуда же это вообще взялось. Здоровое поколение, мужская половая сфера, то есть красота, вот. Красота, ну, естественно, важна не только женщинам и мужчинам. Цвет лица, цвет зубов, да все что угодно. Выделение потовых сальных желез увеличивается. То есть работать все начинает не в том ритме, которым должно работать. Это должно пугать всех, я считаю. Мы еще вернемся к нашей основной теме, а пока в рубрике «Совет врача» мы говорим о курении, как раз таки, как о социальной проблеме. Внимание на экран. Совет врача. Здравствуйте, меня зовут Шутов Виталий Александрович, я заведующий торакальным хирургическим отделением Старопольского краевого онкологического диспансера. И мы поговорим о курении как фатальном зле, предвестники множества онкологических и неонкологических заболеваний. Стоит сказать, что наша страна в лидерах по числу курильщиков. У нас около 45 миллионов курильщиков. Мы находимся, к сожалению, на первом месте по числу подросткового курения. И это бич современного нашего российского общества. И почему я об этом говорю, именно делая акцент на подростковом курении? Потому что длительный анамнез курения – это предвестник, к сожалению, онкологических заболеваний. Мы говорим о том, что выкуривание более одной пачки сигарет в день в несколько раз повышает генетические поломки в наших органах и тканях, чем мы гораздо усугубляем риски возникновения онкологических заболеваний в более старшем возрасте. Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые бабушки, дедушки, папы и мамы. Будьте примером здорового образа жизни, всячески пропагандируйте отказ от курения, неприемлемость курения, и вы сохраните жизнь своим детям. Совет врача. Бросаем курить. Вот такая тема борьбы с курением сегодня в программе «За здоровье». И вот не могу не коснуться темы, безусловно, важной. Это новомодное курение, да, электронные сигареты, вейпы. Нам говорят, там, меньше смол, лучше дым, приятный аромат. Это все реклама нам говорит. А что на самом деле? На самом деле вред даже сильнее для нашего организма. Да, мы ведемся на рекламу, очень много молодежи ведется на рекламу. Во-первых, не только на рекламу, еще нет запаха. То есть можно покурить и прийти домой, и мама не почувствует. Удивительно, отличная, отличная штука. Удовольствие такое же, как от сигареты. Почему нет? Но на самом деле все эти, ну, производители, которые производят вот эти электронные сигареты, это страны Азии в основном. Что самое интересное, что точной инструкции вы не найдете нигде. То есть до конца то количество веществ, которое добавляется, нигде не прописано. И то, что там даже напишут он раз, они безникотиновые, ну, я бы поставила под сомнение. Да и наша медицина все это ставит под сомнение, потому что не всегда то, что пишут, на самом деле правда. Наши электронные сигареты содержат консерванты, такие как пропиленгликоль, глицерин, которые при вдыхании, то есть это мелкодисперсная как жидкость становится, и при вдыхании оно образует пленку в наших легких. То есть помимо того, что происходит спазм сосудов, еще легкие не могут работать за счет того, что внутри образуется пленка. Также там добавляется формальдегид, ну, то есть все то, что нас бальзамирует еще при жизни. Ничего полезного в этом нет. Плюс в сигарете, если есть лимит никотина, там 1-2 миллиграмма в основном, да, самые крепкие 2 миллиграмма будет, то здесь лимит никотина никогда не указан. То есть сколько выкурит человек за те же 3-4 минуты, никто не может сказать. Плюс еще
Очень часто у нас происходит, как, ну, в народе говоря, отравление, да, вплоть до отека квинки. То есть это когда человек перестает дышать, и дай бог, если успеет доехать скорая помощь. Аллергическая реакция. Аллергическая на вот реакция. Этот дым, да, от вейпов, да, и электронных, да, сигарет. Да, да, да. Угу. И мы очень часто это видим у подростков, которые в тайком побыстрее, побольше покурить, где-то там у кого-то выхватили. Очень часто такое происходит. И хорошо, если мы сразу поняли, от чего это. Начинается сразу лечение. Ну, часто ж это очень тяжелое состояние, и дай бог, и медики успевают, и всех спасают. И хорошо, если там это не произошло где-то в группе подростков, когда все разбежались в итоге, и ты один-то сидишь. И одного бросили, да. И ты понимаешь, что уже все, никто не спасет, тебе 12-13 лет, и как бы на этом жизнь заканчивать как-то очень обидно. Ну, очень сложная история, наверное, связанная как раз вот с офисным курением, я бы сказала. Потому что если нет табачного, ну, запаха табака при курении, там, вейпа или электронной сигареты, то, естественно, можно себе позволить покурить и в помещении, что, ну, естественно, сказывается на тех остальных людях, которые не курят, и ты ответственен за здоровье и за жизнь коллеги и родственников, допустим, если это дома происходит, и нужно всегда об этом помнить. И вот, кстати говоря, ВОЗ тоже за нас, безусловно. Давайте посмотрим в рубрике «Медицинский календарь» Всемирный день без табака. Медицинский календарь. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. Ведь употребление табака является отдельной, самой значимой, предотвратимой причиной смерти. И в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого 10-го взрослого человека в мире. Ежегодно от табачной эпидемии в мире умирает около 7 миллионов человек при отсутствии действий. К 2030 году эта цифра может вырасти до 8 миллионов человек. В России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от ДТП, употребления наркотиков или от СПИД. По статистике, в России курят около 40% населения. Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает сильную зависимость. Сегодня существуют, однако, эффективные методы лечения, а также средства, заменяющие никотин, и они должны стать более широко доступны. Их стоимость должна снижаться, чтобы курильщики во всех странах могли позволить себе их приобрести. Бросаем курить вместе со своим ТВ. Вы смотрите программу «За здоровье». Обсуждаем как раз-таки такие медицинские лайфхаки, как правильно бросить курить, как вообще бросить курить. И сейчас обсудим, как, что делать родным и близким человека, который все-таки решился на этот замечательный шаг. Марина Вячеславовна, ну вот как все-таки помочь своему близкому, который решился бросить? Прежде всего, если это в семье говорится, да, то это поддержка. То есть все должны поддерживать. Я бы такая, вот если папа там решил бросить курить, то если мама курит, то есть поддержка должна быть такая, что и мама решила бросить курить. И мы все идем за помощью, читаем книги, клеим пластыри. Ну, то есть мы все идем на борьбу с этим недугом. Психологическая помощь. Плюс, если человеку очень тяжело, часто там к врачу, да, даже если там ты взрослый, тебе все равно нужна какая-то поддержка, и ты должен с кем-то пойти. Пожалуйста, приходите, мы, ну, никого не оставим за дверью, мы со всеми беседуем и с родственниками беседуем, которые не курят, и мы каждому рады, мы каждому проведем консультацию и подскажем, как себя вести не только тому человеку, которому нужна помощь от лечения этого заболевания, но и тому человеку, который хочет понять, как себя вести. Пожалуйста, если человек не понимает, даже можно без этого человека приходить и посоветоваться, и мы каждому рады. То есть с психологической поддержки все идет, вот все оттуда идет.
А что вы скажете коллегам на работе, курящим, которые должны как-то тоже, наверное, поддержать человека, который решил бросить? Ну, по крайней мере, не звать его в курилку, да, как минимум? Как минимум не звать в курилку, как максимум вместе с ним решить бросать. Желательно всем коллективам, вот, всем вместе приходить к нам, психологам, пожалуйста. Вот, но... Опять же, да, да, не смеяться. Вот я бы, честно говоря, вот когда говорят, ой, да ты бросил, да, ты не сможешь. Все равно там через 2 дня ты закуришь, да, ты что, ты 5 лет курил, там 20 сигарет в день. Такое неверие, да? Ты, конечно, и тем более мы с тобой дружим, там, ты по-любому сорвешься. Нет, не надо, пожалуйста. Вот надо рука об руку идти против этого недуга. Наоборот, бросать вместе. Угу. Ну вот... Как понять, что без стационара тебе не обойтись? Чем помогает стационар? Расскажите об этом. Ну, стационар, чтобы люди понимали, это когда человек уже ложится в больницу, то есть и уже круглосуточно находится на лечении. Опять же, затрону тему, стационар нужен тогда, когда это будет отравление, когда это будет аллергическая реакция, естественно, без стационара не обойтись. И плюс стационар, ну, как таковой, мы амбулаторно, то есть мы на приемах уже лечим, если это только потребление никотинсодержащей продукции. Ну, то есть зависимость, это полизависимость больше. Да, да, это, наверное, уже когда человек уходит в более, ну, более тяжелые какие-то заболевания, это алкогольная зависимость, это наркотическая зависимость, да, тогда стационар, конечно, помогает при всех видах зависимости. Угу. А если говорить только о табакокурении, то, ну, наверное, достаточно того, что они к нам приходят на беседы, и мы помогаем, ну, тет-а-тет общение. Есть 2 лагеря. Одни говорят, что нельзя резко бросать курить, ты наберешь вес, там сердечно-сосудистые заболевания обострятся, там вплоть до каких-то кардиокризов. Значит, нельзя резко бросать. 1 лагерь. Второй, нужно резко бросить, по-другому, ну, ты не бросишь никогда, если вот ты сейчас резко не бросишь, не откажешься от сигареты. Кто прав? Скорее правы вторые. Я бы посоветовала так. Бросать нужно сейчас, прямо сейчас. Не думая о том, что сделаю это завтра, как некоторые спортом начинают заниматься завтра, вот и все. Или с понедельника. Такой день, который никогда не будет. Завтра и все. Нет, нужно именно сейчас. Вот прям бросаешь и все. Вот я же говорю, даже не докуривать сигарету во время этой передачи. Вот просто бросить и все. Да, если в организме начинаются такие моменты, как синдром отмены. То есть человек курил там, тот же Алан Карр, он же курил там до 100 сигарет в день, ну, то есть вообще неимоверное количество. Естественно, да, в организме начинаются такие изменения, которые человек иногда не способен контролировать. Для этого существуют те же самые никотиновые пластыри, все что угодно. Ну, то есть то, что небольшое количество никотина поступает в организм. Опять же, это тоже не на постоянной основе. Как только становится легче, нужно убирать. А те, кто курят немного и не часто, как немного, да я не знаю, да, наверное, любое количество сигарет – это много. То есть, кто чувствует силу в своем организме, кто чувствует психологическую уверенность, то, пожалуйста, прямо сейчас и никаких ни пластырей, ничего не надо. Хотя тоже можно к нам прийти за консультацией, как не начать заново. Безусловно, как не сорваться, да, тогда да, к да. врачу. Спасибо большое. Приходите, просвещайте нас вновь. Благодарю за участие в программе. Что ж, эфир программы «За здоровье» подошел к концу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, смотрите свое.